расскажешь, да? Да, хорошо. Я считаю, что развитие у человека это самое главное, говорить о Боге. Уважаемые зрители, канал ТВ Лайф продолжает вещание в прямом эфире. Вы видите Алексея Дымовского. Напоминаю, он сегодня организует акцию на озере Комсомольском. Сейчас на Финляндском вокзале люди собираются. Алексей устраивает пикник. Пикник на озере Комсомольском. Отдых. Купание. На этом озере находится дача Владимира Путина. И по некоторой информации забор его дачи идет до самой воды, то есть закрыт доступ граждан к воде, что нарушает законы Российской Федерации. Там же рядом с дачей Путина находится дача Христенко, который является министром, также его друга Якунина, который является руководителем РЖД. У всех у них общие территории, этим забором они отгораживают озеро, закрывают озеро, и доступа к озеру нет. Так, на самом деле участников пикника совсем не много. Все время времени для сбора, но участников пока совсем не много. Должны присоединиться различные защитники экологии, защитники природы, защитники озер, но пока что-то никого не видно.